Господа строители, не торопитесь, пожалуйста, сейчас я все пересчитаю, все ли вы мне привезли как нужно было. Так, отлично, 4 стака дерева, как и просил, все-таки все правильно. Так, не понял, а я диваны просил красного цвета, почему синего? Ой, извините, пожалуйста, мы, видимо, что-то на складе напутали, но это к вам приедет где-то тогда только через неделю. Так, ладно, у меня нет времени, в общем-то, вот, пожалуйста, забирайте деньги, как и обещал. Вот, возьмите абсолютно все, до чего я вам скидываю, вот так вот скину. Все, давайте, выгружайте. В принципе, все. Ух, всем привет, ребята. Меня зовут Компот, и добро пожаловать на мое новое видео. В общем-то, сегодня я делаю ремонт у себя в кузнице. Как вы видите, моя кузница, ну, вот так вот выглядит странно, на самом деле. Я бы даже сказал, тухловатенько. Смотрите, кровать вся грязная, печки почему-то стоят, и постоянно, когда тут что-то жарю, парю, так сказать, у меня дым весь назад в квартиру возвращается. Для этого именно как раз-таки я и купил дымоход себе, собственно. Все я купил, и сегодня я буду делать офигенный ремонт. Я даже купил белое светлое дерево, чтобы, так сказать, сделать красивее свою кузницу. И также я купил себе каменные кирпичи для того, чтобы сделать красивый себе пол, собственно, все-все-все красиво. С чего мы начнем? Да, наверное, ребят, с того, что вынесем все лишнее из нашего дома в данный момент. Кстати, мне там топор в подарок положили. Вот топорик, давайте я его тоже возьму. Буду им тоже обязательно орудовать. Так, соберем отсюда все печки, кровати, столик, кстати, тоже надо вынести. Вот этот, на котором у меня раньше ноутбук стоял. Да и сундучок, в принципе, сейчас с вами тоже вынесем. Да и факел давайте уж тоже. Все, по сути, в моей квартире больше ничего нету. Поэтому давайте ставим сюда сундук и скидываем все внутрь. Скидываем все в этот чертов сундук. Вот таким вот образом. Все, отлично. Еще какой-то девил пишет мне на телефон. Ладно, все, давайте не будем отвлекаться, потому что я очень сильно хочу сделать себе ремонт. Ну, надоело мне так жить. Реально, хочу, чтобы все было красиво. Так, ну вроде все. Все вынесли. Теперь можно, в принципе, начинать все разбирать. Для начала желательно бы разобрать вот эту вот стену, потому что она тут держит вот этот вот короб. Давайте ее быстренько разберем и заменим. А дальше уже будем пол делать. Как бы да, вообще в идеале нужно с пола начинать. Но, к сожалению, сделаем вот так вот, чтобы на всякий случай, а то вдруг потом неровно встанет стена и будет фигово. Поэтому заранее лучше ее поставим. Вот таким вот образом. Все, эта стена теперь у нас аккуратно ровно стоит. Теперь можно, в принципе, брать отсюда вот эти вот stone bricks. Вот так вот я эпичненько сказал. Что, простите? Не понял. Минуточку. Не... Погодите, что там, вы это тоже видите? Погодите, давайте-ка спустимся. Чего? Это что еще такое? Ребят, смотрите, прям под полом! Прям под моим домом, а что это? Это ж... Стоп. Это похоже на лаки-блоки. А это что? А это что? А это что? Вот это понятно, лаки-блок, стоп. А откуда это все тут, я не понял. Это что, прям под моим домом находится? И правда, ну слушайте, я даже как-то уже не удивлен. Каждый раз в деревне что-то новое нахожу. Офигеть, вот это вот действительно настоящий сюрприз. Вы посмотрите, чисто под моим домом огромное количество лаки-блоксеров. Так, давайте-ка выберемся. Нормально, я захотел ремонт сделать, как всегда. Вот житель, вот хотя бы ты меня пойми. Каждый раз, когда я хочу чем-то заняться в деревне, простым, людским, там, не знаю, сходить за грибами, сходить в лес, может быть, сделать ремонт, начинается вот такая вот странная непонятная фиговина. Это что еще такое? Погодите, это реально лаки-блок? Давайте про... Опа. Смотрите, правда, мне даже книжная полка, вы этот, книги выпали, да и столик зачарования. Прикольно, а это... Чё произошло? Ребят, тут какая-то невидимая ловушка, я в какой-то ловушке, я не могу выбраться. Чёрт, а как мне выбраться, надо киркой что ли сломать или чё? А, чёрт, ребята, потолок обрушился, посмотрите, прямо сейчас моя кузница в воздухе висит. Это чё за лаки-блоки такие странные? И вот мне выпали вот эти вот штучки, барьеры, я не знаю, что это за штучки и на самом деле знать не хочу. Может отсюда будем лучше выбираться, ребят, как вы на это смотрите? Жесть, какая жесть, чё это такое под моим домом, я не понимаю до сих пор. Смотрите, еще вот какие-то такие серенькие есть. А, господи, пошли вон вы все отсюда, господи, мобы тупые. Не-н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 е, пошли вон, все пошли вон. Чё это за фигня такая? И радужные есть, смотрите, мне какие-то спираль лаки-блоки выпали, надо же. Слушайте, они при... Вау. Лазурит, кстати, а лазурит неплохо! Что... Что это за бред происходит, ребят? Не, это какое-то аномальное место, если честно. Эти лаки-блоки творят какую-то, ей-богу, магию. Я тут подумал, давайте нафиг отсюда лучше выбираться, ребята. Вот на этих лаки-блоках построимся. Кстати, они очень красивые. Ой, господи, что это? Что это? Что это падает? Э, ё-май, не-не-не-не. Опа, сундучок какой-то. Эндер-портал? Опыт, слушайте. А мне это нравится, ребят.
Слушайте, а вот теперь мне это начинает нравиться. Мне очень нравится, что я решил, блин, сделать ремонт у себя в доме и нашел вот это вот такое вот странное нечто под своим домом, а именно локи-блоки. Ну давайте сломаем. О, щеночки. Щеночки — это прикольно. Я люблю щенят! Господи, это что это такое? Это что-то сейчас плохое будет, да? Что-то сейчас плохое или хорошее? Что-то сейчас плохое или хорошее? Пожалуйста, давай хорошее. И, слушайте, о, алмазный блок! То, что надо, то, что надо. Давайте-ка его поскорее добудем. Слушайте, вообще неплохо, вообще. Опа, нифига, как моя киркатель быстро добывает. Она просто супер. Так, давайте еще вот этот вот локи-блок сломаем, красивенький. Опа, и что это? Салютики! Салютики — это неплохо. Салютики мне нравятся. Ё-моё, какая у меня крутая кирка, смотрите, я так все быстро ломаю, это вообще очень круто. Так, ладно. А, это что за локи-блок? Я его ломал или нет? Я вот не помню особо. Так, это что? Это у нас какая-то фигня? Да, что это такое? Это шапочка Марио? Что? Чего? Погодите, смотрите, тут вокруг эффектики, я бегаю. Нифига себе. Смотрите, у меня усы стильные. Эй, как вам мои усики? Нормальные усики. Эффект офигенный. Слушайте, это прикольно. Вот это действительно тема. Опа, смотрите, как я быстро все ломаю, даже рукой не двигаю. Так, что тут еще интересненького есть? Ну, блин, тут пока что все пошло по фигне. Меня волнует другой вопрос. Как мне это все восстанавливать? И кто положил это под мой дом? Вот это от меня больше всего, естественно, волнует. Но это, конечно же, все уже нужно застраивать. Господи, как же я быстро тут все копаю. Ну, ничего, зато побыстрее все уберу. И буду побыстрее делать свой дом. Хотя я не знаю, как тут в таких условиях уже дом сделать. Тут все засрано, все. Ох уж, вот не знал, что судьба мне такое подготовит. Ну ладно, хорошо, давайте уж все локи-блоки сломаем всех видов, потому что мне интересно, какие локи-блоки что мне дадут. Корову мне дали, спасибо большое, очень признателен. Так, тут что? Это неплохо, вот это неплохо, я понимаю. Все, теперь все еще лучше. Вот это неплохо, я как... Тихо, не надо тут пакостей, все должно быть хорошо. Черт, опять тут, ё-моё, эта стена огромная построилась. Так, ладно, давайте выбираться из нее как-то вот из барьеров этих вонючих. Так, тут еще есть, ой, господи, что это? Я уже ничего не понимаю, что тут происходит. Опа, локи-блоксер. А, нет, господи, нет, я должен выбраться, черт. Послушайте, а я не сгорю, мне вообще все равно. Смотрите, какая у меня крутая броня. Шапка Марио, я так понимаю, решает все вопросики. Поэтому давайте выбираться отсюда. Опа, и все. Пожалуйста, просто выбрался, и мне нормально. Все, теперь давайте выбираться отсюда. Слушайте, реально какой-то трэш. Я понимаю, если бы я нашел там под своим домом, не знаю, машину, как я это уже делал. Кто не видел эти выпуски на канале, обязательно посмотрите. Или что-нибудь еще. Но чтобы вот такой вот трэш я нашел под своим домом, это, ребят, впервые. Это я вам отвечаю. Впервые, просто впервые. Так, господи, почему я тут не могу выбраться? Давай-ка, моя суперкирка, ломай все. Опа, а тут у нас еще остались локи-блоки. Вообще чудесно. Так, Аслина, отойди, пожалуйста, дружище. И вы, щенята, отойдите. Ё-моё, да господи, дайте пройти. Во, вот так вот, отлично. Так. У нас тут остались обычные локи-блоки, какие-то непонятные. Хочу сломать обычные. И удочка. Удочка неплохо, но она мне нафиг не нужна. Еще, кстати, есть лаки и зелье. Ну-ка. Вау! А вот это неплохо, вот это эй! Что это за дым? Ребят, что это за дым такой, я не понимаю. Что это было? Я думал, все взорвалось нафиг, а оказывается нет. Все, хух, слава богу, ну нафиг. Ничего не выпало? Или выпало? А, не, все-таки, по-моему, выпало. Так, тут что у нас? Блин, это просто... Не-не-не-не-не, сегодня удача на моей стороне. Сегодня у меня супер кирка, которая все супер быстро копает, и мне вообще замечательно. Так, что тут у нас еще есть? Ну-ка, обычный локи-блок. Стрелы. Стрелы, кстати, мне не помешают, потому что мне вот недавно выпал вот такой вот офигенный лук. Смотрите, бам! Чё? Что я сделал? Смотрите, бам! И что сейчас будет? Видимо, ничего, но это какой-то лаки-лук, он постоянно что-то делает. Давайте-ка вот куда-нибудь сюда поближе стрельнем. Ух ты, смотрите, он спавнит какие-то сферы. Динамит теперь спавнит. А теперь что спавнит? Теперь ничего. Ну-ка, теперь... О! Нормально, дождь из стрел пошел. Блин, прикольно. Вот вещь это прикольно, потому что я из лука вообще стрелять, если честно, не так сказать умею. Вот все дела. Я больше, знаете, по ближнему бою профессионал. Так, это что за лаки-лук? Ой, на меня... Смотрите, мне выдали все эффекты в Майнкрафте на бесконечность. Вот это я понимаю, заруба, как говорится. Так, погодите, это еще не все, естественно, это еще не все. Я хочу еще доломать все блоки, которые тут есть. А именно, ой, господи, не надо так больно. Вы что, алмазный блок, в принципе, не помешает. Ой, я тут сломал немного локи-блок, интересно. Вот хочу его открыть. Господи, что это такое? Что это такое? Мне опять повезло или что? Я не понимаю. Мне сейчас дадут какой-то подарок или что? По всей видимости, нет.
По всей видимости, нет. Слушайте, ну я сломал тут все лаки-блоки. Да, практически больше нету и... Да, ребят, все, я сломал все лаки-блоки, которые тут были. Слушайте, ну мой дом, я так понимаю, уже не подлежит восстановлению вообще ни в каком образе. Просто никак. Его чисто уже сносить надо, потому что жесть. Но зато, ребята, я обогатился, так сказать, нормально за счет вот этих вот разных предметов, которые мне навыпадали. Поэтому этот сундук я могу вообще нафиг снести. Посмотрите, какая у меня крутая шапочка, сколько у меня всего в инвентаре крутого и там еще валяется. Поэтому я думаю, сейчас загружу другой сейф в деревне и буду шиковать вообще на эти лаки-блоки. Слушайте, а вы тем временем напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вас очень прошу. У вас есть предположение, кто это положил под мой дом? Может, это сделал Нуб 123? Да, тот самый, с которым я снимал еще ролик. Или, может быть, мои друзья это сделали? Ну, я не знаю. Ладно, ребят, я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить мне лайки, пожалуйста. Это для меня очень важно. С вами был я, Компот. Всем удачи, спасибо. Всем пока, ребята.